Сегодня будем спрашивать на улицах города, за что же жители любят Саров. Пойдемте! Скажите, пожалуйста, любите Саров? Чистый, хороший, уютный город. Скажите, любите вы Саров? Да. А за что? Что самое крутое в Сарове? То, что это чистый город. В нем достаточно много лесов, в отличие от других городов. Дружелюбные люди. За что любишь Саров? Ну, я люблю Саров за то, что он такой красивый, чистый, очень мирный город и очень много красивых достопримечательностей. А не только жители любят Саров. Скажите, пожалуйста, за что любите Саров? А вы? А вы? Я привязан к оператору и не могу близко подойти к гулям. Вот это гулик будет праздник, а? Все будут мимо идти в парк, гулять. Кто-нибудь чего-нибудь добросит. А что самое хорошее в Сарове, на ваш взгляд? Я привыкла, мне все здесь нравится. И вся эта красота, вот хожу все и любуюсь. За что любишь Саров? Расскажи. Потому что здесь очень спокойно, я чувствую себя здесь в безопасности. И здесь вообще очень круто. Почему вы любите Саров? Хороший, дружелюбный город. В нем все, что есть для жизни. Спокойный город, чистый. Что самое крутое в нашем городе? Да он сам по себе самый крутой город в мире. Ну вообще, ну а как можно не любить свой родной город? Идешь себе вообще в любое время дня и ночи можно выйти и ничего не бояться. Любите ли вы Саров? Очень красивый, очень здесь все добрые. Мне нравится. Лучший город. Потому что у нас ядерная техника производится. Ну все, маленький город, легче освоиться. За что любишь Саров? За то, что он зеленый. И хорошо погулять там по паркам. Ну, удобный очень город, маленький. За что любите Саров? Потому что он Саров. Хе-хей! Мой родной город. И? Он подарил мне образование, мою любимую жену, моих детей. Я обязан я своему городу, всем. А ты? За то, что тут можно гулять. Я вообще из Москвы. Вот так вот. Кому-то Саров дает место для жизни, кому-то экологию, а кому-то дал жену. Всех, кого мы сегодня спросили на улице, сказали, что Саров – это удивительное место, красивый, потрясающий зеленый, экологически чистый город. А еще один человек сказал нам, что здесь делается ядерное оборудование. Поэтому, друзья, с праздником вас, с днем города, ну и тебя с днем рождения, Саров!